Хочу рассказать про своего деда Семенова Александра Аксеновича 1919 года. Для него война началась 1941 года, 21 июня, в 4 часа утра. И вот он проходил срочную службу в Западной Беларуси на границе с Польшей. Его танковый полк находился на реке Буг. 20 июня 1941 года к ним поступил приказ о снятии двигателей с танков для промывки. Как оказалось, это была диверсия. И они сразу же попали в окружение. Им пришлось выходить из боя из этого окружения. Мой дед всю войну прошел механиком-водителем танка Т-34. Ему очень повезло, он остался жив, и хотя ранен ногу, а его экипаж менялся несколько раз. Его танк принимал участие в освобождении в Вене. Мой дед был награжден за освобождение Венгрии и Будапешта. Еще 22 медали похвалы Сталина. Мой дед очень любил рассказывать про войну и всегда ходил на возложение венков 9 мая. Мой дед умер 1986-го. Я его помнил из рассказов бабушки. Я хочу рассказать про Плотникова Александра Григорьевича. Он был участником Великой Отечественной войны. Родился 2 октября 1925 года в деревне Исламово Большесосонского района Пермской области. Признан советскую армию в 1943 году Дзержинским райвоенкоматом Перми. На то время ему было 18 лет. Служил на Первом Украинском фронте кантемировским наводчиком. Боевой путь был очень сложен. Они сражались на Курской дуге, и также они сражались за освобождение Праги. Более 20 тысяч кантемировцев получили ордена и медали за мужество и отвагу. Также мой дедушка получил орден Красного Знамени, Красной Звезды. В Пермской области вышла книга «Здравия желаем», и в этой книге есть портрет моего деда Плотникова Александра Григорьевича. И также на 35-летие войны вышла вот такая вот открытка, и здесь есть боевой путь, который прошла танковая дивизия. Вообще мы очень помним моего деда, прадеда Плотникова Александра Григорьевича.